Следующий саммит по ядерной безопасности должен пройти в Казахстане. Так считает народный депутат Украины Руслан Демчак. По его словам, мировая общественность поддерживает инициативы Нурсултана Назарбаева и прислушивается к его советам. Поэтому проведение саммита в Казахстане было бы вполне логичным решением, говорит он. Имея банк низкообогащенного урана, в том числе могут воспользоваться им все страны и использовать его для атомных электростанций. Это очень важная инициатива, и тут роль Казахстана, она ясна, понятна, и очень важно, чтобы это было оценено мировым сообществом. И я считаю, что саммит по ядерной безопасности в 2017 году должен пройти именно в Казахстане.